Городские велосипедисты проводили зиму в проруби. На карьере в новоселках устроили зимние заезды и ныряния в ледяную воду. Заплывы в холодной воде участники клуба «Велопитер» проводят каждый год на Масленицу. У экстремальной забавы есть практический смысл. Таким образом, любители зимних велопоходов учатся выбираться из проруби. На случай, если лед окажется слишком тонким. Появляется много новых интересных маршрутов, которые летом недоступны, именно как раз, которые проложены по озерам. Это очень красочные всегда пейзажи, очень интересные поездки. Сами по себе ребята ездят в многодневные поездки. Большинство гостей веломасленицы все же ограничились только участием в соревнованиях, кольцевых гонках и чемпионате по медленной езде. Идея праздника – показать, что двухколесный транспорт подходит для любой погоды. Многие приехали на обычных велосипедах только с шипованной резиной. Но у некоторых в личном велопарке есть специальные фэт-байки с широкими колесами, которые одинаково хорошо едут и по ровной дорожке, и по сугробам. Кстати, фэт-байки изобрели для настоящих фанатов зимнего катания. Но совершенству нет предела. И некоторые участники решили сделать для себя гибрид и объединили вместе велосипед и лыжи.